наконец-то дошли руки снять распаковку с Wildberries. Это такая себе распаковка, потому что большинство товаров уже распаковано. Сейчас вам буду показывать, артикулы тоже постараюсь написать. Значит, вот такая огромная упаковка салфеток влажных. Здесь 6 пачек по 120 штук, 720 штук салфеток. Ребятки, 365 рублей стоили. Но у всех, конечно, разная скидка. Я не знаю, сколько будет стоить у вас, но это супер просто выгодно. 100%. Дальше, вот такая огромная-огромная пачка ушных палочек. Я люблю именно такие бамбуковые, чтобы они были твердые. Пластиковыми терпеть не могу, чистить. Ай-яй-яй, Сёма! Негодник. Значит, 800 палочек, 200 с чем-то рублей. По-моему, тоже супер выгодно. Хватит на очень долго. Сёма, текай. Затем купила новые тряпочки. Вот такой упаковки. 10 тряпочек, 160 рублей стоили. Они у нас идут вот такие. Мятую достала, ну да ладно. Также впитывают хорошо, вытирают хорошо. В принципе, как и те, мне очень понравились. Я взяла 2 упаковки, то есть 20 штук. Далее. Кассеты на бритвенный станок Винус. Я не знаю, оригинал это или нет. Я когда покупала по 2 кассеты, ну, была другая коробка. Но здесь 6 кассет, девочки. Я одела уже одну. Бреют пока что отлично. В общем, 6 штучек, 1600, по-моему. Но, опять же, цена может меняться, ребят. У меня эта посылка лежит уже с неделю, наверное. Ну, чуть-чуть меньше. Далее, то, чем я уже много раз пользовалась, это вот такая вот малышка, маленькая сковородочка. Здесь наклеечка была, обгорела. Я специально хотела себе маленькую сковородочку для зажарки, для яичницы, чтобы не мыть вот эти огромные чаны. 900 с чем-то рублей, качество классное. Далее, наконец-то купила себе разбрызгиватель, спрей для масла. Как раз-таки вот на сковородочку пшик-пшик для яичницы, чтобы, ну, меньше масла было с бутылки. Так не получается немножко налить. Вот эта штучка справляется отлично, пшикает хорошо. И что самое главное, не течет. Вот я и пользовалась, знаете, здесь нет потеков, не остается. Класс. Дальше. Вот такой диспенсер. Придумали, боже, какие слова, диспенсер. В общем, для моющего средства. Заляпанный чуть-чуть. Я им пользуюсь. Сверху кладем мочалочку, нажимаем, выдавливается средство. 100 с чем-то рублей, вообще копейки. Но классная штука. Я убрала бутылку и как-то, мне кажется, более... порядок стал. Далее, вот такой коврик для ванны. Я его стирала, поэтому сейчас здесь немножко залом. Сзади сторона прорезиненная. Ну, в принципе, неплохо впитывают влагу. Давайте, чтобы с ванной вылезти, ножками наступить комфортно. И вот такой большой набор плиточек типа под кирпич для того, чтобы наклеить ванну. Я уже начала клеить, но вам, конечно, покажу, когда результат уже будет готов. И еще кое-что, но для этого отдельное видео.